Так, все, кто смотрит это видео, особенно мама Оля. Единственное, что я тебе могу сказать, это сосать. Вот твоя доченька, это самое, в щупальцах осьминога флоридского, который когда-то был твоим одноклассником, но совершенно деформировался, стал ужасен и неприятен на вид. Вот это она стоит тут напротив, как у вас называют, небоскребы. О, видишь, какие у нас тут на пляже дома. Оба-на! О, травка. А сейчас мы развернемся, Нину покажем вот так, а потом напротив моря. У нас сейчас немножко дожди шли, приехала она не в самый уже лучший день, но надеюсь, что завтра будет получше. Вот оно море, вот тебе доченька. Видишь, пока что ее никто не съел. Вот видишь, руки, ноги показываю. Все в порядке. Видишь? Даже до купальника не раздел. Видишь как? Наглец невозможный. Все, теперь Нине передаю слово. Пусть здесь произнесет большую речь. Вот, все, видишь, как круто. Вот это вход на пляж. Здесь такие тут деревья, все. У нас недавно Red Tide был. Водоросли повыбрасывала маленько. Короче так, дорогуша, мы пошли в море купаться, а ты там в этой белорусской моче сиди, пожалуйста, по уши или там по шее, там поскольку ты там торчишь. Вот, Лукашенко привет передай. И если леща дашь по лысине, я тебе спасибо скажу. Но только обязательно с одним условием, чтобы усы отскочили. Окей? Все. Это high definition видео, 2 минуты, это уже слишком много. Поэтому все, пока, птичка.